привет! Сегодня я готовлю постный супчик. Из чего он у меня будет состоять? Это овощи у меня, картофель, лук, морковь. Также у меня грибы и перловка. Супчик я буду готовить очень быстро, потому как у меня уже перловка отварена, подготовлена заранее. Я буду супчик готовить в 3-литровой кастрюльке. И вот я взяла 300 грамм перловки, примерно 80-90 грамм вот моркови у меня заморожено, 100 грамм луковица, 300 грамм картофеля и 350 грамм грибов. Сейчас, что я для сначала буду делать? Для начала также я взяла вот оливковое масло. Масло у меня здесь примерно 70 миллилитров. Кому не нравится оливковое масло, можно готовить и на подсолнечном. А я приступаю к готовке. Я буду сразу же обжаривать овощи в кастрюльке и там же и готовить буду все в одной кастрюльке. Это очень быстро, как мне кажется, и мало времени займет моего. Для начала я наливаю в кастрюльку масло. Луковицу измельчаем по желанию. Грибы у меня порезаны крупно. Вот такие вот. Так, иду обжаривать лук и морковь. Все сразу. Лук с морковью у меня обжаривается, а я, чтобы время не терять, порежу в это время картофель. Это очень удобно в одной кастрюльке. Быстренько и без сковородок, без ничего. И я еще забыла сказать, что я поставила воду греть. Ну, кипяточек. Измельчаю картофель. Картофель измельчайте, как вам лично нравится. Немного вот обжарила, и сейчас сразу же сюда добавляю грибы. Я не всегда готовлю с крупно порезанными грибами, но вот сейчас именно мне так захотелось. А вы можете их измельчить. Я все хорошо перемешала, и все, пусть у меня это обжаривается. Крышкой я не закрываю. Картофель я нарезала, осталась у меня перловка, и, конечно же, я не сказала вначале, что мне нужны будут специи. У меня вот сегодня смесь перцев и соль. И также мне нужна будет зелень уже в конце варки. В кастрюльке у меня тут уже все обжарилось. Я добавляю сюда картофель. Заливаю это все водичкой, кипяточком. Вы смотрите сами, если вы любите жиденький суп, то, конечно же, кладите меньше ингредиентов, чем я. Я люблю супчик погуще, поэтому я положила вот такое количество. Помыла зелень и бегала на огород, не удержалась, сорвала чесночок. Он уже поделился на зубчики и свеженький, поэтому я решила тоже его добавить в конце варки. Очень уж мне хочется. Супчик у меня прокипел примерно 5 минут, и я опускаю сюда перловку. Так, также я теперь солю примерно чайную ложечку, вот такую.
добавляю смесь перцев по желанию, по вашему, и лавровый листик. Еще раз хорошо перемешиваю и оставляю кипеть минут на 10. Супчик у меня прокипел 10 минут, и я добавляю сюда зелень вместе с чесночком. Сейчас тоже дам закипеть минут 5. Вот такой густой он получился. И выключу, пусть он настаивается. Очень вкусный супчик. Супчик мой постный готов. Я уже отключила плиту, и сейчас он у меня будет еще настаиваться. Вот такой постный суп я нам приготовила на сегодня. Всем желаю приятного просмотра. Я надеюсь, увидимся. Пишите в комментариях, какие супчики вы постные готовите. Всем прекрасного настроения и всего самого наилучшего. Всем пока-пока!